Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Участники проекта готовятся к очередному конкурсу, к отчетному концерту по актерскому мастерству. Они благодарят преподавателей за такое креативное задание. Девушки смеются над собой. Мы не лебеди, а гусыни. И посередине главный гусь. Руслана Мишина вернулась на поляну. Если честно, то я даже рада, что я теперь в Москве. Очень я соскучилась по городу и по счастливым лицам. Ну а Коля показал в день моего отлета свое истинное лицо. Он даже не попрощался толком. А на Сейшелы к Коляну летит новая смена — Сабрина Ангелова. Марина Африкантова утверждает, что Саша Харитонова хотела заселиться третьей к ним с Андреем Чуевым в комнату. Но участники проекта ее пристыдили, и она отказалась от этой идеи. Костя Иванов организовал для Саши Гозиас интересный романтик на лошадях. А затем он сам же его и испортил. Гозиас рассказывает: «Я всегда хотела покататься, но боялась. Костя не воспринял мой страх всерьез. Он начал кричать, обижать меня. Было много негатива и скандалов. Сейчас мы не разговариваем». Денис Козлович и Катя Король помирились и даже уже успели поругаться в этом новом витке отношений. Денис пишет: «Позавчера ночью я пришел к ней поговорить, и наутро мы проснулись вместе. После этого полдня все было хорошо, а затем начались претензии с ее стороны. Кате не понравилось, как я общаюсь с другими девушками». Новая участница Кристина Корнилова, которая недавно приходила к Венцеславу Венгрожановскому, разочаровалась в нем. «Я больше не хочу иметь ничего общего с этим человеком, он поступил не по-мужски. Венц похож на 15-летнюю девчонку, которая после ссоры убежала в комнату и заперлась там. У него нет стержня и нет характера». На Лобном состоялась презентация стройки Андрея Чуева. Он представил проект по постройке обещанных домов. Но Андрей отказался выполнять свое обещание. Финалисты «Человека года», которым он обещал вручить ключи от квартиры, от него ничего не получит, кроме Ольги Васильевны Габозовой. А ведь Чуев клялся своей мамой, что он сдержит слово. А дома Чуев продаст любому желающему за 2,5 миллиона рублей первоначального взноса. Лобная закончилась дракой между Чуевым и Андреем Черкасовым. Черкасов назвал бизнесмена чертом, которому нельзя доверять. Саша Артемова и Женя Кузин определились, где устроить свадьбу. Саша написала: «Осталось сделать последнюю справку и полетим в Новороссийск по поводу свадьбы. Пока остановились на месте Абрау-Дюрсо, там безумно красиво и на берегу озера есть сказочный замок». Дашу Пынзарь с новорожденным сыном Сергеевичем уже выписывают из роддома. Даша написала: «Спасибо за такой красивый букетик семье Камирены Задойнова. Я безумно соскучилась по Тёмочке. Очень хочется уже познакомить братиков лично, а не через видеопослание. Поэтому выписку мы максимально ускоряем». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!